предложение только сегодняшнего дня. Это беговая дорожка от бренда Bradex. Самая любимая, самая компактная. Это бестселлер. Сегодня, заказывая главный товар дня, в подарок вы получаете бутылку, соковыжималку. И представляет сегодня эту коллекцию для нас Александра Кленова. Кстати, Саш, я еще давно читала. Лео Бакерия, главный кардиолог страны, сказал: люди, ходите каждую свободную минуту, ходите для того, чтобы у вас было здоровое сердце. Между прочим, этот кардиолог, главный кардиолог страны, на ноги в свое время поставил саму Примадонну. Ну и трудно с ним не согласиться, потому что действительно движение – это жизнь. А беговая дорожка от бренда Bradex – это разработка израильских физиологов. Бренд Bradex родом из Израиля. И создана она в сотрудничестве с врачами. Когда мы ходим по беговой дорожке, мы тренируем сердечную мышцу. Это кардиотренировка. Сердце любит умеренные нагрузки. И вот мы как раз им, благодаря такой дорожке, эту нагрузку даем. А еще такая быстрая ходьба помогает сжечь лишние килограммы, потому что ускоряется обмен веществ. То есть мы с вами стройнее, мы с вами закаляем сердце, а мы еще и тренируем суставы. Суставы тоже любят движение, потому что мы с вами все-таки испокон веков ходили, и предки наши тоже все время двигались. А когда мы двигаемся мало, у нас начинаются артриты, артрозы и другие болезни. И давайте посмотрим на то, какие же есть причины, чтобы начать больше двигаться. У вас повысится работоспособность, у вас увеличится объем легких, у вас стабилизируется давление, токсины выйдут вместе с потом, и у вас укрепится иммунитет. Конечно же, вы похудеете, потому что калории сжигаются быстрее, когда мы с вами двигаемся. А дорожка, тем более, очень проста в управлении. Всего одна кнопка на ней существует. Нажимаете, дорожку включаете. Дорожка механическая, то есть она не расходует электричество. Она умная, подстраивается под вашу скорость. Она амортизирующая. Благодаря углу, под которым она находится относительно пола, ваши ноги делают плавное движение, и колени не изнашиваются преждевременно. Ну, наконец, она легко складывается, она компактная и поместится даже в небольшой квартире. Напоминаю, Александра Кленова, выпускница РУДН Москва, медицинский факультет. Кстати, Саша написала огромное количество статей на медицинскую тему, поэтому сегодня она рассказывает нам о том, как поддержать сердечную мышцу и как добиться результата с помощью нашей беговой дорожки от израильского бренда Bradex. Цена только сегодня 11 999 рублей, дополнительная скидка 5% при оплате сразу карты. Вот он, официальный сайт бренда Bradex, 19 тысяч рублей. Но только сегодня и только для телезрителей телеканала Shopping Show мы дарим вам лучшую цену. Плюс мы дарим вам подарок. Заказывая беговую дорожку, вот эту бутылку, соковыжималку, вы получаете абсолютно бесплатно. Это вот такая брендовая бутылка от бренда Bradex. Звоните и заказывайте прямо сейчас, потому что как никогда актуальна беговая дорожка дома. Почему? Потому что нужно ходить 10 тысяч шагов. И вы, и я это слышали много раз. Саш, почему 10 тысяч? Что за цифра такая? Ты знаешь, Ариш, еще в 50-е годы прошлого века японские физиологи выяснили, что именно 10 тысяч шагов – это тот минимум движения, который запускает наш обмен веществ, который позволяет нам похудеть и который нужен нашему организму для нормального функционирования. А когда мы прекращаем двигаться так, как нам надо, то мы начинаем сразу обрастать лишними килограммами, потому что метаболизм тормозится. И посмотрите, жиром заплывают даже внутренние органы, то есть они теряют свою функцию. Но когда мы встаем на дорожку, мы ускоряем наш обмен веществ, и жир начинает потихоньку-потихоньку растапливаться. Это кардиотренировка, потому что она помогает и похудеть, и прокачать свою сердечную мышцу, свой вечный мотор. А сердце вообще любит нагрузки, потому что от природы мы с вами, люди, двигались постоянно, наши предки преодолевали огромные расстояния. Но когда мы с вами осели в квартирах и стали двигаться мало, в первую очередь это ударило по сердцу. Отсюда инфаркты, сахарный диабет, инсульты, ишемическая болезнь и другие нарушения. Чтобы этого не было, надо каждый день ходить по 10 тысяч шагов. И беговая дорожка от бренда Bradex позволит вам сделать 10 тысяч шагов за 10 минут. Вот так, кстати, то в той же статье, в которой я читала, что главный кардиолог страны Лео Бакерия сказал: ходите. Он сказал, что те, кто ходят хотя бы 2 часа в неделю, послушайте, вдумайтесь, 2 часа в неделю. Человек ходит 2 часа в неделю и живет
на 8-12 лет дольше, чем те люди, которые не ходят. Вы представьте, для сердца простой рецепт – ходить 10 тысяч шагов. Но не обязательно ходить сразу 10 тысяч шагов. Я знаю, что многим это тяжело будет, поэтому начинать вы будете да хоть с 10, да хоть с 15, хоть с 20 шагов, которые сможете пройти, но нагрузку будете увеличивать. У нас отзыв. Ольга Арзамасова, город Воронеж. Большое спасибо Брадек за шоп-н-шоу, за эту дорожку. Лично мне не нужны десятки разнообразных режимов для дома в самый раз. Компактная, в сложенном виде, не тяжелая, мобильная, есть колеса. В целом аппарат прекрасный за такую цену, занимаюсь утром и вечером. Вот знаешь, мне даже в соцсетях писала телезрительница, что она заказала для себя дорожку, и она невероятно счастлива, потому что у нее не получалось ходить. Вы знаете, погода, отсутствие правильной обуви, отсутствие мотивации, причины просто взять и выйти и пройти 10 тысяч шагов. Часто эти причины не дают нам с вами проходить положенное количество шагов для нашей комплектации и возраста. Но сегодня у вас есть уникальная возможность дома иметь беговую дорожку, даже дорожку для ходьбы, скажем так, да? Вот есть у вас минутка свободная, вы взяли и прошли 50 шагов. Есть еще одна минутка, вы взяли еще 20 шагов, прошли. Вы скажете, а я сейчас на даче. А я вам скажу, я была на даче специально, надела на руку шагометр. Если в городе я пункт выдачи дойду, с ребенком, с собакой погуляю, где-то все равно двигаюсь, у меня получается, допустим, 2000 шагов, когда я не специально не хожу, не гуляю, не выхаживаю там 10 тысяч. То на даче это 150 шагов, потому что там, собственно, ходить нет, до огорода дошел, некуда. Сорвал зелени, салатик покрошил, дома что-то чем-то занимаешься, поэтому никогда у вас не будет столько возможностей ходить. И, друзья, обратите внимание, дорожка под углом расположена относительно пола, чтобы была амортизация. Потому что бегать по асфальту плохо, это дает ударную нагрузку на колени, и они быстро изнашиваются. А здесь мы ногами делаем плавные выталкивающие движения, поэтому это, наоборот, снимает боль при артрите, при артрозе, при каких-то застарелых травмах, например, коленных суставов. То есть, если у вас больные колени, вам необходимо двигаться, но двигаться бережно и осторожно. При этом дорожка компактная, легка в управлении. Посмотрите, всего одна лишь кнопка есть, с помощью которой можно дорожку включить. А на дисплее вы видите, сколько вы километров уже прошли, сколько калорий вы сожгли и сколько времени вы уже потренировались. Вы посмотрите, я выключила, и я включила. И, кстати, посмотрите, с какой легкостью я поднимаю эту беговую дорожку. Я ходила на анонс в соседнюю рубрику на моду, брала с собой эту беговую дорожку. Что это значит? Что даже в маленькой квартире эта дорожка с легкостью поместится, и вы будете жить дольше на 10, 15, а то и 20 лет, потому что это доказывают нам кардиологи. Звоните и заказывайте, тем более сегодня у нас подарок. Заказывая беговую дорожку, в подарок вы получаете бутылку, соковыжималку. Звоните и заказывайте.